Песок вместо урожая. В Урнарском районе на одном из полей сотрудники Россельхознадзора обнаружили песчаный карьер. Ольга Пырочкина подробнее. На этом месте должно быть поле с какой-либо растущей сельхозкультурой, ну или пастбище. По кадастровому паспорту участка это земля сельхозназначения. Но, как видите, урожая не будет. В последнее время арендатор общества «Карьер-М» добывало здесь песок. Понять его руководителя можно. На такой почве без серьезных вложений на подпитку что-либо вырастить сложно. А вот простить нельзя. По данному факту в отношении общества было возбуждено административное дело. Общество было привлечено за самовольное снятие перемещения верхних плодородных слоев почвы на площади около 1 гектара. Наложен штраф на общество до 30 тысяч. Также с целью устранения данного правонарушения было выдано это предписание. В соответствии с проектом культивации они должны данный земельный участок восстановить. Помимо этого штрафа придется заплатить и другой в 25 тысяч за то, что остальная часть участка тоже не используется по назначению и зарастает бурьяном. Между тем, ситуация, когда и волки были бы сыты, и овцы целы, возможно. Арендатор мог обратиться с просьбой о переводе земли из категории сельхозназначения в иную. Такие вопросы решает Кабинет министров республики. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Валерий Резюков, Республика.